Ох, звездчатка средняя, да чего ж ты вредная. Посмотрите, раскинула свои беленькие звездочки, заполонила все жизненное пространство и мешает таким культурнейшим растениям, как василек, как бадан, жить и радоваться. Но в то же самое время для нас она исключительно благотворна. Вот она, красавица такая. И применяется она при всех суставных заболеваниях с отеками и болями. Прекрасно снимает боли. Применяется при тиреотоксикозах. И очень успешно используется при всех видах сердечно-сосудистой патологии. И с нормальным, и с повышенным, и с пониженным давлением. Я считаю, незаменимая звездчатка, потому что она еще исправляет все виды обмена, особенно это касается минерального обмена. Ну, расти, мы тебя прощаем. Ты хорошая.